Хоть завтра и наступает календарная весна, зима не сдается и морозы еще будут. Но есть люди, которым холода не страшны. Команда чебоксарских любителей зимнего плавания успешно выступила на 37-м традиционном празднике Нептуна в Альметьевске. На соревнования, имеющие статус открытого чемпионата Республики Татарстан по зимнему плаванию, приехали более 150 моржей из многих городов России и ближнего зарубежья. Заплывы на городском озере в проруби проводились на дистанциях 50, 100 и 300 метров. Участники также соревновались в комбинированных эстафетах 4 по 25 метров и в перетягивании каната. 4, 3, 2, 1. О, какая неожиданная развязка! В итоге наша команда заняла второе общекомандное место, уступив лишь хозяевам чемпионата сборной Татарстана. Ну, вы знаете, все выложились на 100%. То есть командный дух, не подвести. Вот, отмели все свои сомнения, недомогания. Одни из самых лучших и сильнейших пловцов. И надо отметить, что среди нашей команды не было ни одного профессионального пловца. То есть это нарабатываем в бассейнах, в проруби. Это все то, что мы вот сейчас вот приобрели с тренировками. Чемпионами в личном первенстве в своих возрастных категориях стали Татьяна Александрова, Михаил Андронов, Зинаида Ломарева и другие. Причем 65-летняя Зинаида Ломарева с легкостью обошла молодежь. А Михаил Андронов, у которого нет левой ноги, почти без напряжения выиграл на всех дистанциях. Это душа нашей команды. Это человек, который нас вдохновляет на тренировки, на рекорды, на результаты. На чемпионате мира в Латвии ему рукоплескали все трибуны, стоя. Потому что это мужественный человек. Он единственный был, который с ограниченными возможностями и показывал очень прекрасные результаты. А на чемпионате Татарстана у него был вообще абсолют в 300 метров. Это вообще небывалый случай. Что это возможно в человеческом организме, все это заложено, просто надо трудиться. Будем продолжать, будем привлекать, молодежь надо привлекать. Ну вообще надо всех наших чебоксарских привлекать, чтобы был народ у нас здоровый, крепкий. На второй день все 105 спортсменов приняли участие в закал-пробеге по улицам Альметьевска. Жители города приветствовали не только моржи, но и сам Нептун.